Так, дорогие друзья, это только обзор. Начал потиху работу над новым СПБ. В принципе, основное внимание на то, чтобы все было в кабинете, чтобы при любых экранах все было просматриваемо. Это пока еще наброски, но смысл в другом, чтобы вложить систему обучения языкам, которая отрабатывалась 2,5-3 последних года, более кучно. Ну и, конечно, чтобы человек не выходил за рамки кабинета, чтобы было удобно и доступно все в один клик. Вот, в принципе, такой принцип. Это короткое видео. Чисто так пока. Тяжело идет. Но в связи с этим, ребят, что будет точно? Будет курс по бустрапу. Красоте я вас не научу, а использованием бустрап в полной мере покажу вот то, что сам знаю, да, например, сегодня надо отбросить использование там контейнеров, как рекомендуют в интернет. Вот берем там сайт, делаем так, один, там два. Нет, ребята, мы будем делать другим путем. Контейнеров надо столько, сколько надо, поэтому будем изучать назначение, свойства, и тогда действительно вы будете писать код и будет складываться так, как вы хотите. То есть всегда будет вести себя должным образом. Поэтому, скорее всего, будем больше рассчитывать только на личный опыт и на то, что творится на экране. Ну все, это дополнительно просто показал участникам школы, что работа идет.